Боец поддержки сил, позывной «Бурбон». Сдерживает противника, нейтрализуя одного за другим. Основное оружие – ручной пулемет Mark 48 Mod-1 с лентой на 100 патронов. Оперативник может вести длительный огонь на поражение без перезарядки. Дополнительное вооружение – пистолет Mark 25. Спецсредство – ручной гранатомет М79 Pirate Gun. Он подрывает не только противников, но и объекты на карте. Обладает спецспособностью ошеломления. На время ее действия оперативник своим огнем оглушает противника. Когда боец ликвидирует противника во время действия спецспособности, все виды замедления спадают с союзников. Сил Бурбон. Уверенный контроль поля боя.